Всем привет, мои хорошие! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Было много вопросов, какое же средство черных точек выбрать именно Faberlic, какое действительно работающее. И сейчас я вам покажу вот такую вот активную крем-маску для лица 2 в 1. Это у нас линейка Faberlic Expert Pharma, глубокое очищение, матирующий эффект. Идеально подойдет продукт тем, у кого поры расширенные, тем, кто хочет избавиться от черных точек, кто хочет их высветлить. Если применять на ежедневной основе, то эффект не заставит себя ждать. Артикул 1669, и, по-моему, она у нас есть в Faberlic клубе за 1 рубль. Сейчас я вам покажу, как использую ее я, потому что многие не поняли этот продукт, как правильно пользоваться и так далее, потому что маска на самом деле тяжело смывается, она достаточно густая, даже из тубы плохо выдавливается. У меня сейчас утро, поэтому мой утренний уход начинается с умывания, девчонки. Я надеваю свою повязочку и сейчас покажу вам, как я именно этой маской с утра умываюсь. Я беру вот такой наборчик фаберликовский, да, для умывания. Насадочку вот такую. Может быть, у вас есть какой-то спонж для умывания или еще что-то. Можно, в принципе, эту всю процедуру проделать и руками. Я одеваю щеточку, наношу эту маску. Выглядит она вот так, она как будто глиняная, прям такая вот довольно плотная текстура. Если мы оставляем ее на лице как маску, она подсыхает, и потом, ну, очень долго с ней возиться, особенно по утрам, и смывать ее с лица, поэтому мне так не очень нравится. Видите, ее даже прям вот выдавить тяжело. Этот у меня тюбик еще более-менее предыдущий был, прям вообще такие усилия приходилось приложить, чтобы выдавить. Действительно, эффект потрясающий, поры сужаются, лицо матированное надолго, то есть классный эффект. Дальше я, девчонки, включаю воду и беру свою щеточку. Я ее намочу слегка и начинаю проходиться по всему лицу. Вот так. Тогда, получается, маска на вашем лице не засохнет. И ее будет гораздо проще смыть. Вообще, набор этот, это прям помощник. Но, девчонки, он Faberlic дороговат. У нас такие вещи вообще, ну, Faberlic цены загнули. Я потом, когда увидела его в магазине за 300 рублей, даже расстроилась, что за 900 купила Faberlic. А так вещь необходимая. Для массажа лица я частенько после кремов использую вот эту насадку. Вот таким образом я прохожусь по всему лицу, особенно по проблемным участкам, Т-зоне. И эта маска единственное средство на данный момент, которое действительно стягивает, сужает поры, пусть хоть и на время, но тем не менее, которых высветляет и матирует лицо. Присмотритесь, девчонки, жирной кожи Faberlic Chloe, надеюсь, она еще есть. Она у меня постоянно в использовании. Не каждый день я ее использую, но довольно часто. Вот таким образом мы проходимся по всему лицу. Можно еще раз смочить щеточку. И как следует проработать все лицо. Есть в этой маске момент осветления кожи. Она становится светлее, немножко выбеливается. Вот так, девчонки. Сейчас я буду смывать ее с лица, и вы увидите эффект. Ну вот и все, девчонки, я смыла маску. Кожа матированная, кожа очень гладкая, цвет ровный. Ну, потрясающий эффект. И эта матовость лица, она сохраняется надолго, на полдня точно. Пор практически не видно, они сужены. Они реально сужены. То есть эффект потрясающий. Ни один продукт мне не дает такого эффекта, как эта маска. Так что берите, пользуйтесь, не бойтесь. И в виде экспресс-ухода я советую вот как именно умывашку использовать, потому что как маска это очень геморно. Ну это все, мои хорошие. Надеюсь, я была вам полезна. На этом все. Прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока. Целую.